качеством человека, который работает с Богом и дает человеку геном на протяжении лет уже. То есть покой в голове. Модом это больше gut feeling, внутренность. Okay. Да. А вдвоем они работают вообще беспредельно. Очень-очень ответственно. Многие, и он будет говорить, кому что можно, могут иметь и верх, и низ. Я не буду переходить в религиозность, он мне не разрешает, но мы всегда изучали, если кто-то когда-то хотел знать духовность, верх и низ должны соответствовать. Но отец, это мой отец, я не буду навязывать ни на кого никакие мысли. Поэтому, и он не разрешает мне это делать, он просто хочет быть любимым отцом. Это стезя такая у людей. Он хочет, он верит, что люди могут поднять свой дух, не даже понятие, сказать, окей, покажи. Это не безобразно научиться. Показывать я люблю, я с удовольствием это делаю. И он тренировал меня только показывать, я не голословная. Я предпочитаю не искушать ничьи души. Этого нельзя делать. А просто показывать покой, стабильность, но показывать моментально. На вздохе это все делается. Самостоятельно я умею то, что я должна уметь как тренер. Вы ничего не хотите, не знаете. Нейтрально это самый не ложный путь, это самое не просто нейтральность. Не любите меня, не любите его, не делайте, ну, любите его, пожалуйста, сегодня суббота, я не имею права даже такие вещи говорить. Имеется в виду, мы хотим вам. Мы просто не обязаны, но мы хотим вам. Почему? Потому что когда я шла по своему пути, я всегда шла очень прочно, я говорила, папа, ну как же это можно другим дать? У меня был естественный порыв, абсолютный порыв, как же я это могу сделать? Он говорит, в свое время. Как он показывает? Я могу проснуться утром и начинать писать Михаилу, значит, какая передача. Мое счастье, что я его знаю, вот таким вот отцом, любимым отцом. Я могу ему все сказать. Все самое горячее, все самое плохое, все самое, может быть, даже нелегальное, которое я не скажу другому человеку. Он у меня должен знать. Он хотел так. То есть, боязнь, скажите ему. Он предпочитает святость в этом вопросе. Вы получите правильный геном, который не разрешит никаким ширям, который будет просвечивать какой-то безнравственный свет. Оно все будет custom-made. Это будущее. Чтобы все было правильно. Не точно. Не ищите точности. Правильно. Правильно это уже... точность — это дух. Правильно — это душа. Это там, где клейкая материя, она называется магма. Зашла немножко вперед. Клейкая материя. Чувствуется моментально. Вот, это как дочь я благодарю всех, которые пришли. Я знаю это нравственно. Я считаю своим счастьем помочь, даже если это будет один человек. Для меня, я не могу сказать, что мне безразлично. Я выполню какой-то свой долг, который был предписан до того, когда я приходила, я, видно, договорилась с папой. И даже на это, хотя не сомневаюсь, что это очень нежный момент у многих людей. Это не бракованный момент. Зачем стесняться, зачем бояться? Это purchase, это обязательная программа, мы должны чувствовать, вместо того, чтобы падать в обморок, кричать, помоги мне, вот, пожалуйста, вот же уже есть чем. И он говорит, они все просят, перестаньте просить, уже есть, сколько вы хотите miracles. На все темы я могу говорить, это очень прочно, очень хорошо и прочно. Так что я благодарю всех, спасибо за внимание, обращайтесь к нам. Мы тихие люди, мы милые люди. Михаил и я будут всегда рады, это положительные моменты в нашей мешпохе, в нашей комьюнити, в нашей сосредоточенности людей, где мы живем, огромное количество, которые могут живее быть немножечко, прочнее, центральнее, нервная система не будет западать так, как западать, потому что всегда боишься. А боязнь тоже от Бога, потому что он берет и говорит, ты знаешь, у тебя может быть через 5 лет будет момент, начни уже. Сразу аннулируются все эти страхи, потому что он взялся за вас. Это очень порядочно. Спасибо, отец, я благодарю тебя и мать. Спасибо вам всем. Спасибо.